Включила микрофон. Меня слышно? Поставьте, да. пожалуйста, единички. Слышно. Давай. Замечательно. Спасибо огромное, Наташа, за такое представление. Спасибо огромное вам и Татьяне, и Василию за то, что все присутствующие в этой комнате и тех, кого сегодня нет, имеют такую уникальную возможность встречаться ежедневно, регулярно, еженедельно, регулярно на наших замечательных встречах. Вы знаете, в тяжелое время, трудные бывают времена, именно их команда создала этот замечательный, открыла этот замечательный канал вещания с помощью компании. И постоянно, регулярно мы с друг с другом здесь общаемся. Давайте отправим им смайлики, пожелаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов и в продолжении наших встреч. Спасибо вам огромное и низкий поклон за все, что вы делаете для людей, их здоровья и их улучшения жизни. А теперь всем добрый-добрый вечер. С началом сентября всех и с началом нашего обучения. И поставьте, пожалуйста, единички, если в комнате есть новички. Поставьте. А я пока буду рассказывать. В 98-м году мне повезло, и к нам в поликлинику, в больницу приехали люди, не имеющие медицинского образования, с потрясающим известием и новостью о том, что есть альтернатива нашему медицинскому лечению. И что этот продукт безопасен, натурален, эффективен. И именно этот продукт творит чудеса. Ну и, как всегда, а особенно медики, как вы думаете, как встретили всех? Были рады этому или нет? Все встретили в штыки, большинство. К сожалению, многих уже нет в живых. А те, кто принял решение, живут и здравствуют, и радуются жизни. И вот, наверное, судьбой не зря занесло меня на юг, с Дальнего Востока. Я вернулась на родину отца, бабушки. И в последние 2 дня уходящего отпуска нам предложили место работы, квартиру и перевод. На перевод дали 12 дней. Наверное, судьба. Не знаю, в Хабаровске встретились бы или не, мы с подобными людьми, попали бы или не попали в компанию. И поэтому я всегда говорю, что случайных встреч не бывает. Если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, 2. А мы пойдем дальше. И действительно, я уже много лет работаю в медицине, за жизнь с этим связала. Но самое главное, что уже больше 26 лет мы сотрудничаем с компанией и имеем возможность людям дарить еще большую возможность быстрее восстанавливать свое здоровье, укреплять свое здоровье, а еще лучше его сохранять сразу же после рождения. И у нас, у многих, есть такой шанс. Сегодня мы будем говорить о самом важном. Наступает осень. Уже где-то даже и заморозки есть, и снег выпадал, и дожди с градом, и наводнения, и все-все-все, что хотите. Все прелести природы. И, конечно же, наш организм на все реагирует. И мы будем сегодня говорить о том, от чего зависит наше здоровье. Почему именно осенью следует больше уделять внимание и относиться более тщательно к своему здоровью. Почему сегодня важно пользоваться биологически активными добавками, нутрицептиками для того, чтобы сохранить здоровье, укрепить его. Чему отдать предпочтение и как защищать себя в любое время года и в любом возрасте. И порекомендуем вам полезные сайты, которые будут для вас полезными, действительно. Так от чего же зависит здоровье? Экология. Как вы думаете, она у нас с годами улучшается или ухудшается? Тишина. Поставьте 3, кто думает, что у нас экология становится с каждым годом все хуже и хуже. Так вот, от экологии, спасибо большое, Валентина, от экологии зависит 20% нашего здоровья. Это все лесные пожары, это огромное количество выхлопных газов, это поля, на которые десятками лет сыпят токсические вещества,
дополнительные химикаты, а потом с осадками это все смывается в реки, а потом мы кушаем рыбку, купаемся в этих водоемах и, естественно, получаем определенную дозу токсических веществ. Экология – это и те некачественные очистные сооружения, которые, опять же, куда идут? В атмосферу, да? Это транспорт, я уже говорила. Это экологические зоны бедствия. Там, где пожары, там, где наводнения, там, где растет заболеваемость, и там, где идет скопление огромного количества людей. И это тоже все к этому относится. Так вот, 20% на это уходит нашего здоровья. Генетика. Знаете все, что очень многие болезни передаются по генетике. Кто знает, какие по наследству передаются заболевания? Напишите, пожалуйста, в чате. Так вот, будут эти заболевания у вас прогрессировать и возникнут ли они вообще, зависит от нас. Как вы сумели сохранить ресурс своего здоровья? Вы не знаете заболеваний, которые передаются по наследству? Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь, это пиелонефрит, правильно, любовь. Это бронхиальная астма, это язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, абсолютно правильно, Тамара. И поэтому от нас зависит, насколько оно, это заболевание, будет тяжелым. А во многих случаях оно и не возникает. Варикозное заболевание нижних конечностей, варикоз, вы это знаете тоже. Все суставы, точно, артрозы, артриты, остеохондрозы и даже аллергические состояния тоже к этому относятся. Медицина. Если мы раньше говорили о том, что любые проблемы, какие возникнут, все бежали куда? К врачу. Но с годами стали замечать, что на протяжении всей вашей жизни вы горстями пьете таблетки, вы ходите по разным специалистам, а здоровыми-то вы почему-то не становитесь, те, кто состоит на диспансерном учете. Поставьте, пожалуйста, четверочки, кто когда-то состоял в поликлиниках или, может быть, и сейчас состоите на диспансерном учете. Стали ли вы здоровыми или нет? Четверочки поставьте. Есть такие люди, которые наблюдались с давлением, повышенным сердцем, с язвенной болезнью. Вижу. Точно. Я задавала всегда себе вопрос, почему? У меня пациенты, которые меня слушают, которые уважают, которым я давала рекомендации, выписывала лекарства, но они не становились здоровыми. Я всегда этот вопрос задавала маме, врачу, старшей сестре, врачу. Я говорю, я не могу понять. И давно-давно мама мне когда-то сказала, ты знаешь, когда-нибудь люди поймут, что любая химия и человек – это вообще несовместимо. И они опять вернутся назад к природе, как наши бабушки и дедушки. И еще. Самый большой процент нашего здоровья зависит от нашего образа жизни. Что мы едим? Как мы едим? Насколько разнообразно наше питание? Кушаем мы один раз в день или кушаем мы, как положено, три основных приема пищи? Перекусы должны быть. Достаточно ли мы пьем воды? Достаточно ли мы занимаемся физическими нагрузками? Как настроены мы, позитивно или негативно настроены? И от этого тоже зависит очень большой процент нашего здоровья. 70% нашего здоровья зависит от питания. Вы представляете, 70%. Казалось бы, да? Ну что, много ли вы придавали этому значения? Кто раньше на это не обращал внимания, пятерочки поставьте. А потом мы с вами поговорим, почему на это нужно обращать внимание. Да, нам некогда было. Мы это все ссылались на то, что либо некогда, либо на работе загружены, либо из-за детей некогда, вовремя не поел, вовремя не поспал, вовремя не отдохнул, вовремя в рот не положил себе еду, да даже водичку попить. И до сих пор встречаются люди, которые практически не пьют жидкости, практически, а ходят по врачам, обследуются во всех центрах и хотят быть здоровыми. А когда начинаешь из них вытягивать все по словечку и узнаешь, что он даже и 200 грамм в день не выпивает жидкости, ну, это катастрофа. Люди грамотные, с высшим образованием, вроде бы не в лесу живут. И, к сожалению, и на сегодняшний день мы встречаемся с такими пациентами. Так почему же сегодня очень важно каждому принимать биологически активные препараты для того, чтобы быть здоровым? Мы с вами и во всем мире люди уже находятся более 100 лет в дефиците. И
это состояние либо гиповитаминоза, либо авитаминоза. И такое тоже бывает в наше время. Рост заболеваемости и смертностью связан очень большой процент с нарушением обмена веществ. Это ожирение и сахарный диабет. И в последнее время это не уменьшается, а наоборот нарастает. Дальше. Заболеваемость сердечно-сосудистой, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, легких, позвоночника. Даже нет ни одной области, где бы этого не было. И аутоиммунных заболеваний становится много. И растет заболеваемость онкологией. Вы, наверное, со мной согласитесь и поставьте шестерочку. Потому что сейчас, ну вот я не помню в своей молодости, чтобы у нас строили детские онкологические центры. Все это помещалось в одном большом здании, там хватало места на все. А сегодня мало того, что во всех почти больших городах и центрах, центры эти существуют. Так сегодня, ну не то что радуются, а рапортуют о том, что вот построили новый центр, вот построили новый онкологический центр, вот для детей, вот для взрослых, вот для мамочек и все остальное. Я всегда задаю вопрос, а причину-то убрать роста этих заболеваний не задумывались ли? Начальники, вышестоящие. Лечить это хорошо, но любое заболевание можно предупредить, в том числе и онкологию. Стрессы. Конечно, они сегодня нас одолевают. И с ними справиться не каждый человек в состоянии. А стресс является пусковым механизмом для возникновения любого заболевания, в том числе и онкологии. То же самое. Опять же, мы упираемся туда. Осенью у нас рост заболеваемости гриппом, ОРЗ, ОРВИ, ковидами. И раньше все дружно мы ходили на прививки. Ну, сегодня каждый выбирает свое. Свой путь не всегда правильный. И последние годы очень многие мамочки отказывались и не делали прививки детям. При тех заболеваниях, с которыми вроде бы наша страна уже давным-давно их победила. Я считаю, что это большая проблема, потому что когда этот порог достигнет определенного уровня, то мы опять вернемся к тем серьезным проблемам, которые были много и много лет назад. И вот чтобы не пить вот так пачками лекарственные препараты, чтобы не перекусывать на ходу бутерброды жирные и мягкие, белоснежные, чтобы не хвататься без причин, ну причин-то много, не хвататься за больное сердце и не умирать от инсультов и инфарктов. Именно поэтому сегодня каждый человек не просто должен, обязан заниматься своим здоровьем. Именно осенью. Потому что в это время из-за стремительной смены температуры организм испытывает стресс. То есть мы жили летом. Температура, я не знаю, как у кого на Кубани в этом году, как никогда. Не то что 30, а 40 и выше была температура. И практически не было все лето дождей. Это была просто катастрофа. И вдруг внезапно резкое понижение температуры в августе было. Буквально на каких-то два дня уже шок. И уже пошли все простудные заболевания, уже пошло обострение хронических заболеваний горла, легких, бронхов, суставов и так далее. Всего два дня. И такой резкий скачок. Так вот, именно в этот период, когда меняется световой день, когда он становится короче, да, организм тоже испытывает стресс. И рацион питания меняется. Уже меньше овощей, меньше фруктов. Пища становится более калорийной. Осенью возвращаются все домой на круги своя, из отпуска, на каникулы куда-то уезжали дети. Хочется их чем-то накормить, хочется их чем-то напоить. И не всегда бывает правильно это питание. И где-то осенью чаще проводятся, чаще больше дней рождений, больше свадеб. Если со мной согласны, поставьте семерочки, пожалуйста. Что именно из-за этого тоже это одна из причин роста заболеваемости. А когда попадаем мы в коллектив, то в первую очередь что мы делаем? Мы контактируем со всеми, и со здоровыми, и с больными. И таким образом идет распространение любой инфекции, особенно той, которая передается воздушно-капельным путем. Ну, а после лета чем бы нам пора заняться, да, осенью? Детоксикация организму нужна? Я думаю, да. И этот продукт, с которым мы с вами знакомы, он работает в уникальном режиме. То есть
Основные его действия и формулы составлены таким образом, чтобы организму помочь в этой агрессивной среде выживать, сохранять свое здоровье, укреплять свое здоровье и увеличивать ресурс своего, опять же, здоровья. Да? И для этого в программу были включены такие средства, как средства, которые обладают детоксикационным действием. Продукт D очищает, это очень даже хорошо, на клеточном уровне. В него еще добавлен имбирь. А имбирь улучшает работу ферментов желудочно-кишечного тракта. И вот после всех этих застолий, летних переездов, летних поездок, где-то там поел, где-то отравился чем-то, детокс нужен как воздух. Ну вот каждая рачительная хозяйка хотя бы раз в неделю делает дома влажную или генеральную уборку. Поставьте восьмерочки, так или не так. Может быть, я ошибаюсь, кто-то реже, может быть, раз в месяц. Но все равно мы какую-то генеральную уборку делаем. То нам пыль не понравилась, то нам воздух не нравится. Все равно что-то протерли, что-то помыли, что-то сделали. А на свой организм много лет, ну, за исключением последних 20 с плюсом, практически никто не обращал внимания. Раз в неделю в баньку, и то хорошо было. А сегодня у нас есть возможность почистить каждую клеточку изнутри. И продукт детокс – это уникальный продукт, который обладает противовоспалительным, обезболивающим действием. Продукт, который нормализует артериальное давление. Он улучшает проблемы при ревматоидном артрите и при артрозах, артритах. Это продукт, который корректирует не только давление, но и снижает уровень холестерина, регулирует уровень глюкозы. И представляете, мало того, что детоксикация идет, плюс укрепление иммунитета и плюс еще столько-столько позитивных действий. И при всех простудных заболеваниях это препарат практически номер один, который можно не только вовнутрь принимать, но еще и рассасывать капсулки. Вы со мной согласны? Поставьте девяточку. Дальше, после того, как мы клеточку очистили, что мы должны сделать? Мы ее должны защитить. Правильно? От чего мы защищаем? От свободных радикалов, которые мало того, что окружают нас извне, но они еще и вырабатываются у нас каждую минуту и секунду в огромном количестве. И чтобы эти свободные радикалы не уничтожали наши клетки, не разрушали эти клетки, у нас есть потрясающий продукт Ай, который помогает нам справиться с этим. И он действительно защищает от свободных радикалов организм. Плюс еще от ультрафиолетового излучения, особенно в летний период, от радиации. И этот продукт уникален тем, что он тоже обладает и противовоспалительным действием, и противовирусным действием, и антибактериальным действием, и при всех обострениях, бронхолегочные проблемы, носа, глотки, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Этот продукт просто великолепно помогает. Его можно и вовнутрь принимать, его можно и снаружи принимать. А вместе продукт D и продукт I – это мощная противоопухолевая программа. Поэтому, когда у вас эти препараты есть, вы защищены. Скоро появятся, скоро появятся, скоро ждем. Поэтому клеточки очищенные нуждаются в чем? В питании. Самое удивительное, что практически в каждой семье, в каждом доме есть цветочки. Есть кошечки, есть собачки. И для цветов, и для кошечек и собачек у каждой рачительной хозяйки или хозяина всегда присутствуют витамины. И это не обсуждается. А про себя любимых мы всегда забываем. Да? Для себя жалко купить, для себя в последнюю очередь, не в первую очередь. И когда начинаешь с людьми разговаривать, я говорю, давайте не будем кормить вашу собачку или кошечку витаминами. Как вы думаете, она будет ваш взгляд радовать? То шерсть клочьями будет вылетать, то какие-то появятся лишаи, то еще что-то. Ну нет, ну как же так над животным издеваться? Я говорю, да вы что? А над собой, значит, можно издеваться. Все, и тишина наступает. И люди после этого начинают задумываться. То есть просто нужно поставить тот вопрос, который их в тупик поставит человека и нацелит на то, чтобы он наконец-то обратил внимание на себя. И в этом плане нам очень хорошо помогает продукт N. Это здоровье не только мочеполовой системы, это здоровье каждой клеточки. И этот продукт, который работает на любые воспаления, от макушки, я говорю, до пяток. И раньше нам говорили и называли этот продукт бродмистером при всех воспалениях. То есть как генерал в армии. Мы говорили о стрессах, что осенью увеличивается стресс. Но они всегда есть, они всегда присутствуют. Человек проснулся – стресс. Ребенок что-то натворил – стресс. Дома есть нечего – стресс. На работу пришли – опять стресс. В школе ребенок двойку получил – стресс. И каждый человек к этим стрессам относится по-разному. Но есть такой замечательный продукт Пи.
Это баланс нервной системы, душевное равновесие, которое помогает человеку справиться с любыми проблемами, в том числе и со стрессами, и адекватно на них реагировать. И огромное количество пациентов, которые сегодня при виде, когда при встрече, они улыбаются. А раньше они практически не вылазили от всех врачей. Они были у неврологов, они были у психиатров, они были у всех, у кого хотите, и искали себе проблемы. И только когда добавили эту продукцию, особенно продукт Пи, люди ожили. Люди забыли, что они ходили когда-то по поликлиникам, что они за вечер вызывали 3 или 4 или 5 раз скорую помощь, и на сегодняшний день они радуются каждому дню. Это вот просто, это такое счастье, когда смотришь на человека и радуешься. И к этим же продуктам относится еще и продукт МГР, это антистресс. Это источник магния, который именно успокаивает чувство, снижает чувство тревоги, успокаивает нервную систему. В этом продукте присутствуют витамины группы В, боярышник, который регулирует работу сердца, и самое главное – зверобой. Зверобой раньше входил в антистрессовый комплекс. И он прекрасно работает для того, чтобы человека расслабить, для того, чтобы человека успокоить, для того, чтобы он меньше нервничал, для того, чтобы у него не повышалось артериальное давление, чтобы не возникали боли в сердце, и чтобы он просто был в состоянии душевного равновесия. И этот продукт тоже скоро будет у нас в наличии. Продукты. Этот продукт есть во всех магазинах сегодня. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны каждый день. Вспомните детство свое, кто ходил в садик и был ненавистный рыбий жир. Поставьте десяточку. Детский сад, кто ходил, ясли, куда ходил. И мы каждый день приходили, и каждый день нас всех с ложечки поили этим рыбьим жиром. Это в моем детстве, я не знаю, у всех ли так. И вот этот вкус настолько запомнили. И я, когда появился этот продукт, глотали капсулу там и глотали, а вот раскусить его у меня не хватало первое время смелости, потому что здесь очень запомнился его вкус. Но вкус настолько прекрасный у этого продукта. Я думала, как это дети сосут, маленькие дети его все время разжевывали и ели. И потом все-таки я взяла его и разгрызла. И такое удовольствие, приятный вкус, наслаждение. И этот продукт работает настолько здорово. Почему? Потому что он помогает, во-первых, сохранить молодость. Во-первых, сохранить структуру клеток, не дать этим клеткам разрушиться и в целом защитить здоровье организма, потому что в нашей клетке есть оболочка, и эта оболочка как броня или как стена в доме собственном или в квартире. Вот представьте, что этой стены нет, а на улице метель, да? Вам комфортно будет? Я думаю, что нет. Поэтому этот продукт именно выполняет такую функцию. И самое удивительное, биодоступность 98%, нет ни одного препарата, который продается в аптеках или других фирм. 98% – это почти 100%. И продукт сделан из высочайших сортов рыб, которая маленькая рыбка в тихоокеанских водах. И нам ее доставляют, и из нее производят такой замечательный продукт, что просто слов нет. Живешь и радуешься жизни. И, конечно же, осенью, после трудного жаркого лета, или у кого-то были наводнения, или где-то пожары попали, или трудные перелеты, отпуска, работа на огородах, на дачах, ну, либо еще какие-то дела. И, конечно, резервы человеческие исчерпаемы. И в этом случае нам помогает удивительный продукт, CH, Хром Витал, заряд бодрости, энергии. И я этот продукт очень люблю, потому что спирулина, это водоросли, там вся таблица Менделеева. Вот даже если нет никаких препаратов, да, в наличии, на одном Хром Витале можно восстановить энергию, можно восстановить силы, работоспособность, нормализовать пониженное давление, если оно у вас понижено. А если высокое, не бойтесь, что от этого препарата оно у вас поднимется. Ну вот за 26 лет у меня не было пациентов, с мужем мы в первое время боролись, он тоже боялся, что будет повышение давления на хроме. Ничего подобного. Прекрасно работает, успокаивает, выводит из депрессии, нормализует давление. Там присутствует медь, которая защищает сосуды от внезапного разрыва, эти сосуды. Это актуально при аневризмах. При этом присутствует, опять же, железо присутствует, магний присутствует, калий присутствует. То есть кладезь всего и витамины группы В. К
которые нужны нам для обменных процессов, для нервной системы, которые нам нужны на каждый божий день. Пожалуйста, есть магний, есть энергия, продукт CH, да? Появятся другие, будете другие подключать. Но дальше там будут еще продукты, которые сегодня они есть, и с ними можно работать, и их можно принимать и давать людям. И люди просто оживают, даже от одной капсулы. Вот тут человек зашел и никакой, дайте ему капсулку Хром Витальчика. Он у вас через 5-10 минут уже будет как птичка чирикать и глаза блестеть, и он будет очень-очень доволен. И еще, что происходит осенью? Осенью идет очищение всего в природе. Вы замечаете, какие красивые листья становятся осенью, желтые. Но они не для того меняют свой цвет, а для того, чтобы сэкономить свою энергию на зиму, чтобы перезимовать и потом на следующую весну опять же радовать всех своей зеленью. И наступает, начало идет отопительного сезона, скоро уже через месяц, у кого-то может быть раньше отопительный сезон. Это приводит к тому, что воздух становится суше. Мало того, что световой день меньше, да, и мы после лета еле живые, а тут еще и отопление будет вам воздух сушить. И именно при этом появляются, начинаются какие-то проблемы с верхними дыхательными путями, опять же, с теми же бронхами и все. И именно для этого нужно не забывать увлажнять, делать почаще влажные уборки дома, почаще выходить на свежий воздух. Если действительно очень сухой воздух, есть специальные освежители воздуха, ими тоже можно пользоваться. И профилактика, это будет в плане профилактики простудных заболеваний, очень-очень огромным плюсом. Если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, цифру 11. И идем дальше. Окислительный стресс, да, наверное, все об этом слышали. Ну, в принципе, это проходит, поставьте цифру 12, если про окислительные стрессы вы слышали. Так он может запускать развитие разных заболеваний, в том числе и аллергических. Не знаю, как где, а вот на Кубани осень – это проблема, потому что начинает цвести амброзия. Это такое растение, полынь так, с таким названием. И люди... Это просто поголовно идут с аллергическими состояниями. Ну, за исключением тех, кто пользуется нашей продукцией. И любой этот процесс, который очень тяжелый, возникают эти аллергические состояния не на пустом месте, а у тех пациентов, кому либо генетически передали аллергические, ну, снижение иммунитета и склонность к аллергии, и зашлакованность уже клеток, либо они уже за свою жизнь накопили столько шлаков и токсинов, что ему организм кричит «СОС», а человек не слышит. Антигистаминные препараты глотает 24 часа в сутки, потом переходит на гормоны. Кто с этим знаком и слышал, поставьте цифру 13, мою любимую. И в этом случае, если организму не помогать, могут возникать и аутоиммунные заболевания. Это проблемы с щитовидной железой, это проблемы с суставами, это проблемы с аллергическим состоянием. На фоне вот этих окислительных стрессов возникают заболевания и болезни Альцгеймера, и Паркинсона. И это все следствие тех процессов, которые мы копили всю свою жизнь. Если мы не занимались своим здоровьем, если мы не соблюдали правильное питание, режим сна, режим отдыха, мало того, что у нас световой день уменьшился, а мы еще и полночи сидим в компьютере или в телефоне, а ночью вырабатываются те гормоны, которые регулируют наши обменные процессы, улучшают состояние нервной системы, формируются наши гормоны или дополнительно выбрасываются те гормоны, которые провоцируют повышение артериального давления, это дополнительная нагрузка на сердце. И в этом случае возникают и инсульты, и инфаркты, чаще всего тоже в ночное время. Поэтому в этом плане обязательно нужно обращать на это внимание. Именно старение происходит на фоне зашлакованности и атаки организма свободными радикалами. Эта проблема приводит к увяданию наших клеток. И вот в этом плане, конечно, нужно запасаться антиоксидантами. Да, сегодня их выбор небольшой, но они все равно рано или поздно появятся. Вы должны об этом знать. И еще хочу сказать, что вся наша продукция многофункциональна. Кто это знает, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть любой продукт, любой препарат, формулы сделаны так, что они работают при любых проблемах.
Где-то больше, где-то меньше, где-то помогает один флакон, где-то помогает их 3-4, а где-то 10. Но они работают все. И когда чего-то нет, пугаться и бояться не надо. У нас организм настолько уникальный, он бывает настолько благодарен, когда вы даже ему дадите чайную ложечку, там чего-то, какого-то снадобья, и он уже вам отвечает добро. А если вы ему дадите горсточку этих же витаминов, ну, разнообразие маленькое, дайте ему двойную дозу того, что у вас есть, тройную дозу, можно даже и больше, и вы его спасете от того же ковида, от того же проблем, от проблем с ОРЗ или с ОРВИ, или даже пневмонии. Генератор здоровья у нас есть, продукт G, мы о нем попозже будем говорить. Но не зря же его назвали генератором здоровья. Он работает на все органы и системы на клеточном уровне, от макушки и до пяток. Он помогает и мозгу, помогает бронхолегочной системе, и при простудных заболеваниях, и при заболеваниях сердца, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Потому что он уникален, в него входит женьшень и имбирь. Позже будем говорить. Есть продукт NPM, он тоже у нас скоро появится. Это предшественником был Урсул. Но там намного меньше было составляющих, чем в этом замечательном продукте. Это уникальный продукт для борьбы с вирусом. Да, в его состав тоже входит имбирь, который активизирует работу ферментов. Это очень хорошо. Но в него входит очень много полезных веществ. Это и куркума, которая улучшает все функции, антистрессовым действием обладает и противовоспалительным действием обладает. Эхиноцея пурпурная, которая борется со всеми окислительными процессами. Профилактика идет заболеваний мочеполовой системы с помощью этого препарата, то есть и против вирусов, и против бактерий, и против грибов. Представляете, насколько этот препарат многофункциональный? Опять же, он не только для мочеполовой системы принимается, он принимается при всех воспалительных заболеваниях. Он улучшает гормональный фон как у мужчин, так и у женщин. Он же борется еще и с проблемами бесплодия. А сегодня это тоже проблема. И в этом плане с этим продуктом можно творить чудеса, когда он появится. Там и медь присутствует, которая защищает сосуды. И цинк, который нам необходим для профилактики, для восстановления иммунитета, для профилактики проблем с предстательной железой, для улучшения работы и поджелудочной железы, и щитовидной железы. Присутствует витамин Е. Это мощнейший антиоксидант, который улучшает процессы, обменные процессы. Он снижает склонность к образованию тромбов. Значит, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний замечательный продукт. Витамин D. Про витамин D, наверное, все знают, да? Который улучшает состояние костной ткани. И без витамина D кости становятся хрупкими. И это угроза остеопороза. Присутствует селен, который обладает мощным противоопухолевым действием. Мы говорили, что осенью идет обострение заболеваний суставов. Нам компания дарит целый набор препаратов, которые работают именно для суставов специально. Продукт ЕНТ. Сегодня он тоже есть в продаже. Там присутствует и глюкозамин, и хондроитин, и препараты серы. То есть в комплексе, коктейль в комплексе. Нигде в комплексе нет. Есть отдельно хондроитин, есть отдельно глюкозамин. А чтобы в комплексе они работали, нет. И этот препарат еще усиливается, параллельно идет продукт ОС. Там кремний, кальций, без которых суставы тоже не идут. Так кремний несет кальций именно в костную ткань. Он забирает этот кальций из сосудов, в которых благодаря кальцию образуются холестериновые бляшки. А продукт ОС это забирает. Без кремния человек здоровым быть не может. Если кремний в организме присутствует, значит, это ваша защита, это ваш иммунитет. И на сегодняшний день он просто работает великолепно, эти два продукта в паре. И, конечно же, продукт МДС из женского комплекса. Это и профилактика остеопорозов, а осенью это очень актуально для женщин, которые находятся в таком уже возрасте, да, для того, чтобы легче было ходить, для того, чтобы лучше было настроение, для того, чтобы правильно работали гормоны, для того, чтобы не мучили приливы, а осенью при нагрузке, уменьшении светового дня, при бессоннице и стрессах, это все усугубляется. И у нас целый комплекс есть сосудистых препаратов или антиоксидантов, мы их называем. Это продукция, которая работает, ну, просто великолепно.
И не только на сердце и сосуды, а работает в комплексе на весь организм. То есть они все являются антиоксидантами. Раз они антиоксиданты, значит, они защищают нас от чего? От старения, от разрушения, от инсультов, от инфарктов, от потери зрения, предупреждения осложнения сахарного диабета. Это одна из причин сосудистой проблемы. Продукт ВС, он помогает всем иметь легкую походку, и чтобы не прогрессировал варикоз. А это тоже проблема, и осенью она становится очень-очень актуальной. Для того, чтобы не было катаракты, профилактика катаракты, есть продукт Сейфтуси. Но вот когда не было у нас антиокса, когда нет ливлона, продукт Сейфтуси, он не только для зрения, а мы им пользовались и при простудных заболеваниях, и при пневмониях, и при проблемах с онкологией, и при проблемах с суставами. И везде он работал на отлично. Поставьте, пожалуйста, цифру 15, если вы со мной согласны. Продолжаем про нашу осень. По погоде одеваться надо, потому что наступает перепад температур. Бывает, что с утра солнышко выглянуло, а днем дождь пошел, или резко упала температура, а вы вышли по-прежнему еще в летней одежде, да, никак не можем перестроиться, ну пусть даже жарко, возьмите легкое что-то на себя. Если идет дождь, то значит ноги должны быть в такой обуви, что человек не должен их замочить, они не должны замерзнуть и не должны промокнуть, потому что когда страдают нижние конечности, то это провоцирующий фактор для возникновения обострений любых хронических заболеваний. Это и гайморит, это воспаление придаточных пазух носа, это отиты, это воспаление ушей, это хронический тонзиллит, горло сразу вспоминаем, да? И это проблемы с фарингитами, ларингитами и все-все-все на свете, суставы в том числе. А дальше почки, а дальше гинекология. Поэтому осенью, пожалуйста, будьте к себе внимательны. Нельзя перегревать ни себя, ни детей. Чуть-чуть похолодало, мамочки, бабушки, сердобольные, все, что есть в гардеробе, на ребенка намотали. Ребенок не успел выйти на улицу, пробежал немножко, мокрый, как мышка. Малейший сквознячок, и все. И ребеночек заболел, да? Или вы заболели. Поэтому адекватно погоде, адекватно температурному режиму. И детей кутать больше, чем самого себя, не надо. Пусть закаляются понемножку, пусть побольше на свежем воздухе гуляют, меньше будут сидеть в компьютерах, в телефонах. Найдите им какое-нибудь дело на улице, чтобы он свои руки освободил и глаза от наших гаджетов, которые сегодня со всех сторон одолевают. И опять же, при всех простудных заболеваниях, в первую очередь, это продукт D, продукт I, продукт G. И все, что есть, не забывая, можно и вовнутрь, и можно рассасывать. И можно делать примочки при ожогах, при порезах и при любых серьезных проблемах, при трофических язвах, которые осенью тоже обостряются. И продолжаем про стрессы, про бессонницу. Любой стресс – это всегда бессонница. У кого есть бессонница, поставьте, пожалуйста, цифру 16. И в этом плане, конечно, недостаток сна, мы уже говорили о том, что недостаток сна – это пусковой механизм к тому, чтобы пошел в организме сбой. Это как в компьютере, да? Не ту кнопку нажал, и все, и потерял все программы или потерял все то, что ты готовил, те же слайды. Также и в организме. Если человек не высыпается, не вырабатываются нужные гормоны, мелатонин, плохо работает нервная система, а значит, плохо головной мозг контролирует работу сердца, работу внутренних органов, плохие сигналы идут во все органы и системы, и дальше развиваются более тяжелые состояния. То есть у невыспавшегося человека всегда теряют и ухудшаются умственные способности, ухудшается память, сокращается, не то, что сокращается, а сокращается его резервные возможности, его резервный потенциал. На этом фоне идет нарушение обменных процессов.
люди, которые не высыпаются и у которых не налажен режим дня, всегда подвержены в дальнейшем к нарушению углеводного обмена, потому что не спящий человек на фоне стресса, и у него всегда есть потребность что-то съесть сладенькое, что-то съесть вкусненькое. Если кто с этим знаком, поставьте цифру 17. И бессонницу еще называют бомбой замедленного действия. Да, она начинается со сложности с засыпанием. А при этих сложностях, что мы обычно рекомендуем, ПАКС или МДЖР, да, человеку дайте, и будет прекрасно. Есть люди-гипотоники с низким давлением, и они засыпают лучше на продукте CH. Этот продукт настолько умная формула, то есть хромвитал, что когда надо, он даст вам бодрость и энергию. Когда не надо, он вас успокоит и уложит спать вовремя. Попробуйте, если не верите, попробуйте. Он прекрасно снимает состояние депрессии, он прекрасно восстанавливает фазу сна, он помогает человеку прийти в первоначальное, о, Валечка, точно, я тоже гипотоника, и хромвитал мне прекрасно помогает в этих случаях. И поэтому, и не потому что гипотоник, он всем помогает. Уже испробовано за 26 лет много раз. И когда организм получает все, что необходимо, он помогает и крови вовремя поступать в головной мозг. Он спокойно отключается и спокойно спит. Прекрасно. И даже с цветными снами приходят и хвастаются, как это здорово. Поэтому продукт Мега, он тоже помогает при бессоннице. Это замечательный продукт, который помогает своевременной передаче нервных импульсов. Он восстанавливает когнитивные функции, он восстанавливает память, этот продукт. Этот продукт работает на профилактику деменции, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, потому что правильно все работает и в нужном режиме. Продукт СВ. Почему его при бессоннице? Потому что для того, чтобы уменьшить тягу к сладкому и несвоевременному приему пищи, продукции ЧСВ, они очень-очень хорошо в этом работают. Плюс СВ хорошо разгружает печень, да? Это очистка печени, это очистка кишечника. Не будет шлаков, не будет меньше, будет меньше токсинов, которые отравляют организм. Ну и любая бессонница и стрессовое состояние в этой форме приводят, опять же, к очень серьезным расстройствам. Это инсульты, это инфаркты, это онкология, это ожирение, это сахарный диабет. И у нас с вами к этому есть защита. То есть у нас не будет хандры, у нас будет хорошее настроение, у нас восстановится сон, и очень довольно-таки быстро, и компенсирует нехватку солнечного света. А для осени это очень и очень актуально. И вот все продукты, о которых я говорила выше. Да? То есть мы с вами просто защищены. Это просто находка. Это направление, когда это Project V, основных три направления. Это классическое направление, которое действует на все органы и системы. И главное его задача, повторяем вместе, это очистка, это защита, это клеточное питание. И дальше, когда клетка получила все, в чем она нуждается, она сама справляется с проблемами. Точно? Поставьте 18 цифру, если вы со мной согласны. То есть, как она справляется с проблемой? Улучшается обмен веществ, повышается иммунитет, нормализуются показатели крови, улучшается артериальное давление, исчезают боли в сердце и нормально начинает работать кишечник. Тут есть у нас продукт S, который, это пробиотик, который способствует стимуляции роста полезных бактерий в кишечнике. У нас же кишечник – это отдельная сторона. Если там порядок и нормальная микрофлора, значит, у нас их болезней не будет. И состояние будет отлично. Это он руководит нашим поведением, нашими вкусовыми качествами, нашим приверженностям к той или иной пище или к тем или иным увлечениям. Поэтому все начинается оттуда. И надо с этим тоже бороться. И у нас с вами есть уникальный набор классический. К этому классическому набору есть директ-комплекс, когда более выражены те или иные состояния или органы и системы. Если проблемы с сердцем и с сосудами, пожалуйста, у нас есть продукт ЛВ, 12 антиоксидантов, в котором присутствует сила омоложения.
Коэнзим Q10, то и туда входит, и есть у нас отдельно коэнзим Q10, да? А ЛВ, он работает даже на уровне ДНК. Он предупреждает серьезность течения наследственных заболеваний. Это уникальный продукт, который работает, который помогает сердцу не просто работать, а он омолаживает клетки сердца для того, чтобы сердце работало лучше и работало дольше. Потому что все, что необходимо сердцу, там есть. Это как бокал хорошего сухого виноградного вина, а там есть экстракт виноградных косточек, который помогает нам забыть про старость и омолаживает организм в нормальных количествах. Можно выпить капсулку, безопаснее будет и гораздо лучше. Коэнзим Q10 – это наша энергия, это здоровье сердца, это здоровье человека. А мышцы у нас есть во всех органах и системах. Он восстанавливает тонус мышц, он восстанавливает силу мышечную, и он восстанавливает артериальное давление, восстанавливает ритм сердца и предупреждает развитие инсультов и инфарктов. ВС – это наша летящая походка. Это вы забудете про тяжесть в ногах, про отеки, про скованность движения. Это просто находка. Safe to see. Наши глазки будут видеть. Мне через полгода будет 70 лет. Я до сих пор хожу и читаю без очков. Я вожу машину 66 лет без очков. Да? И я считаю, что это достижение тоже нашего продукта. Продукт NPM. Я его обожаю. Потому что в эпидемию ковида мы не только сами защищались и спасались этим продуктом, и ЛВ очень хорошо и быстро работали, а мы помогаем людям обрести полноценную семью, как по женскому бесплодию, так и по мужскому. И этот продукт, даже если он один дома, это продукт просто находка, можно с ним справляться. Продукт МДС для женщин прекрасных, чтобы они не старели, чтобы они не были у нас злыми, агрессивными и неконтактными. Продукт ЕНТ и ОС – это сладкая парочка, которая восстановит здоровье суставов. Ко мне, когда приходят пациенты, и у них не хрустят коленки, я говорю, какое счастье, что у вас здоровые колени. Но когда люди не принимают эту продукцию, а занимаются там спортом или что-то, они говорят, подождите, я сейчас буду вставать, посмотрите, как они у меня хрустят. Я говорю, да вы что? Можно же это все изменить? Да разве это лечится? Лечится и восстанавливается. Не лечится, но восстанавливается с помощью нутрицептиков. И вот замечательный продукт G. Я хочу о нем, чтобы вы вот запомнили, да, что его не зря назвали генератором здоровья. Значит, в его состав входит имбирь, который не только улучшает пищеварение и не только при простудных заболеваниях. Он улучшает мозговое кровообращение, память, обучаемость, то есть усвоение программы. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Улучшает обменные процессы. Вы знаете, что я когда начала принимать? Все продукты, я в первую очередь сразу что-то новое появляется, я всегда испытываю на себе. У меня всегда весь есть ассортимент, и я никогда на себя не жалею. Поначалу жалела, потому что брала для мужа, а не для себя. Хотя проблем было больше, чем у него. И вот в этом плане он регулирует работу еще желудочно-кишечного тракта. И все, что там плохое, он сопутствует выведению. Эффективно поддерживает иммунную систему, способствует нормализации кровообращения. А это очень важно, потому что у нас сегодня гипертоническая болезнь есть даже у людей, у детей, которые еще и в садик не начали ходить. И аллергии у них есть, и генетические заболевания у большинства есть, и онкологические в том числе. А дети в начальной школе уже все идут у нас со сколиозами, остеохондрозами. Когда на снимках впервые я увидела у малышей, насколько выражен остеохондроз, я была в шоке. Теперь я понимаю, что то, что передали родители, то получают дети. И поэтому прежде чем молодая пара собирается рожать детей, как минимум за 6 месяцев, а лучше за год, и один, и второй супруг, они должны обязательно пропить эти программы, чтобы ребенку не передать свои проблемы, и чтобы в дальнейшем не мучиться и не бегать по поликлиникам и не травить его химическими таблетками. И корень белого императорского женьшеня. Ну, про женьшень мы практически все знали с детства, потому что это Дальний Восток. И самым-самым тяжелым пациентом в то время были настойки из женьшеня. И даже те настойки, в которых была какая-то тысячная доля этого женьшеня, и даже тогда они помогали, потому что уровень ресурсного состояния у людей был выше, чем он сейчас, а тогда.
И мы детей спасали и при пневмониях, и про проблемах желудочно-кишечного тракта, и себя тоже, и при всех-всех-всех простудных, любые простудные заболевания. Сегодня мы знаем, это уже научно, да, что он действительно и иммунитет укрепляет, и повышает устойчивость к разным болезням, и восстанавливает энергию, и помогает снимать стресс и снижать депрессию, и оказывает мощнейший противоаллергический эффект. Вот приходят с высыпаниями, просто вот, просто в кабинете даю пару капсул или одну даже капсулку даю женьшеня, или, допустим, детокс ПАКС, или, допустим, детокс юниором, или ПАКС юниором. И на глазах люди оживают. То есть бояться не надо рекомендовать им тот или иной продукт, потому что продукт работает просто великолепно. Ни одна таблетка так не работает. Ну, кроме той, которая снимает боль или это, давление, да? Но они-то сняли, они убрали, что симптом, а причина осталась, заканчивается действие таблетки и начинается та же песня. И ни один пациент с диспансерного учета не снимается. Они пожизненно стоят на учете. Но, к сожалению, здоровыми не становятся. У нас есть продукт, который поможет человеку именно обрести здоровье в той или иной степени, поскольку позволит его организм, либо его желание быть здоровым. И вот про мозг мы говорили, нервную систему. Стимулирует когнитивные функции. То есть ваши умственные способности будут в разы лучше усваивать любую информацию, и вы сами будете гораздо более просвещенным человеком во всех питаниях. Он улучшает нейропитание. Сейчас это модный термин. Что такое нейропитание? Это значит, ваши клетки нервные будут восстанавливаться. Это значит, сегодня очень много заключений дают при глубоких исследованиях по резах, что идет дегенерация, демиелинизация нервов, да? А оболочка почему не образуется? Потому что нет строительного материала, потому что нет дефицит витаминов и микроэлементов. И люди годами ходят ко всем специалистам, особенно неврологам и психологам, и что делать? А ничего. В руке держать ничего не могут, ноги ходить отказываются, и человек потихоньку превращается в инвалида. С нашим продуктом они живут, и живут очень хорошо. Желудочно-кишечный тракт и печень. Детоксикация идет мощная в печени, ускоряет расщепление жиров, а это значит борьба с ожирением, с лишним весом, стимулирует синтез аминокислот. Это белки, аминокислоты, белки, они помогают обменным процессам, то есть не будет нарушения обменных процессов. Активизирует циркуляцию крови в печени, а это значит своевременно будут выводиться токсины, не будут задерживаться в печени, и это профилактика жировой дегенерации, жировой перестройки печени. Когда вы видите на УЗИ заключение жировая дегенерация печени, да, это что? Это клетки печени замещены жировыми клетками. Что это такое? Это те клетки, которые клетки печени предназначены для того, чтобы бороться, мало того, что вырабатывать желчь, улучшать пищеварение, но и бороться и выводить токсины из организма, детоксикацию делать. Они не, их нет, они замещены жировыми клетками. Ну и улыбаются люди. Да, у меня там половина жировых клеток, наверное, уже скоро финал. Так с этим финалом-то можно поработать. Этому финалу дать полноценное питание, детоксикацию провести, дать питание, и человек восстанавливаются, клетки возвращаются, жировые клетки исчезают, и они опять восстанавливаются, печеночные клетки. Представляете, это значит, профилактика будет дегенерации печени, профилактика будет, продолжение будет жизни. Организм не будет зашлаковываться, не будет засоряться, и человек будет жить долго. В печени же еще вырабатываются клеточки крови. Они нам нужны как воздух, и без них мы тоже не можем жить. Поэтому здоровье печени – это ваша задача номер один. То, что женьшень нормализует сердечно-сосудистую систему, артериальное давление, ритм сердца. И самое главное, что насыщает кровь кислородом. Для чего кислород нам нужен? Для того, чтобы свободно дышать, для того, чтобы клетки мозга получали кислород, для того, чтобы мы не сидели как в газовой камере, для того, чтобы наше сердце работало ритмично, весело и бодро, и для того, чтобы мы себя чувствовали в прекрасном состоянии, чтобы не засыпали на ходу. Люди приходят или где-то едете в автобусе, вы видите, как люди сидят и засыпают на ходу. С человеком разговариваешь, а он одно время, все время зевает. Зевота – это признак кислородного голодания мозга сердца. Поэтому наш продуктчик, чем больше антиоксидантов, тем лучше состояние. Либо женьшень – находка.
Репродуктивная система. Мы уже говорили о том, что борется, помогает при бесплодии. То есть он улучшает картину выработки сперматозоидов, и их качество улучшается. Он стимулирует выработку гормонов, улучшает эрекцию. Это профилактика с половой слабостью у мужчин. Облегчает менструальные боли и симптомы менопаузы. У многих это протекает очень и очень серьезно и плачевно. Если вы человеку поможете, он на вас будет молиться. Это просто спасение. Кожа, волосы, ну это для всех актуально, да? Если улучшает их качество. Избавляет от угрей, от сыпи, от экзем, покраснений. Насыщает питательными веществами. А если кожа получила и волосы, все, что, в чем они нуждаются, они, конечно, будут вас радовать своим здоровьем и хорошим видом. И суточная дозировка 825 грамм женьшеня – это сбалансированный объем уникальных биологически активных веществ. Они называются гинзинозидами или сапонинами. В белом императорском женьшене самое их большое количество. Ну, говорят, одни говорят 36, другие говорят 37. Но даже если 36, то это все равно больше, чем в американском. Это все равно больше, чем в корейском. Больше, чем в японском. Там идет 18, 14, 16 и 8, по-моему, в японском. Но 36 и 8 или 14 – это две большие разницы. И они усваиваются почти на 98-100%. То есть они работают активно. И поэтому все органы и системы получают полноценное питание. И, конечно же, этот уникальный продукт его выращивают в супер, в привилегированных условиях, да, на горе Чаньбэньшань в Китае в течение 6 лет, каждые 2 года пересаживают на почвы, на которых произрастали красные сосны, богатые полезными веществами. А у подножия этих гор находится озеро, в которое 3 великие реки ведут свои воды. И самое главное, полный набор витаминов, минералов и микроэлементов. И уникальные способы его приготовления. Это отдельная будет когда-то презентация, об этом расскажу. Есть детская линейка, я говорила, 3 направления, которые есть в проекте Project V. Конечно, все начинается с детства. А еще я говорю, задолго до рождения детей. Детские комплексы не только должны мамы и папы кушать, а беременные тем более. Для чего они нужны? Для комплексного и полноценного развития наших деток. Потому что сегодня дети суперподвижные, супернеспокойные, со сколиозами, с пониженным зрением, с сахарным диабетом, много с онкологией, с аллергиями. Дайте детям обыкновенные витаминки, если маленькие. Многим не нравится вкус GN. Вкус сразу же через пару минут, через минуту будет нормальным. Если эту витаминку растолкнете в порошок, отличный вкус, прекрасно переносят дети, на ложечку взяли, насыпали этот порошочек, в рот дали, запили водичкой. Пусть даже так. И он все равно работает. В любых случаях он работает. Либо порошок в рот, кто постарше, пусть пососет подольше. И не будет этого вкуса, который детки не любят. Но без этого продукта детям здоровым быть невозможно. Защищают нервную систему, улучшают качество костей, умственную деятельность, повышают иммунитет, гармоничное развитие всех функций организма. И представляете, когда ребенок растет и развивается нормально, он отлично учится в школе, у него он меньше болеет, у него меньше проблем, и он в дальнейшем будет вас просто радовать, потому что сегодня с питанием дети не получают того, что они должны получить. UNB-комплекс. Ну, в этот комплекс входит и кремний, и входит кальций, без которого дети расти и быть здоровыми не могут. И дети, у которых родители маленького роста, и дети тоже по наследству будут маленькие. Когда вы даете им эти полноценные продукты, у детей улучшается рост. И огромное количество детей за 26 лет, которых мы спасли от карликовости, либо маленького роста. И они сейчас настолько красивые, настолько энергичные, настолько умные. Они достигли в своей жизни, достигают всего, чего они заслуживают и что они хотят, что они себе планировали. Спортом занимаются они лучше, и учатся они лучше. Иммунитет у них лучше. И общение коммуникационное между собой в разы улучшается у этих детей. Поэтому
Если вы действительно их любите, а не только вот любите, а не только подойти поцеловать и все, и сказать, какой ты хороший, вместо конфет, вместо каких-то непонятных чипсов и чего-то, подарите им баночку юниора. И ваш ребенок будет вам за это благодарен впоследствии. Но ежемесячно дарить надо такие баночки. И продукт Прогам, сила кальция, да? Эти таблеточки, жевательные резинки без сахара, да? Но они с витамином идут D3 и пробиотиками. D3 улучшает усвоение кальция. А это, опять же, крепкие зубы. Это, опять же, крепкие косточки. Это хороший позвоночник. Хорошее будущее, да? И без кальция практически тоже человек, как и без кремния, не может быть здоровым, потому что он тоже влияет на иммунитет. Но этот продукт мне еще нравится. Почему? У нас во рту микробов больше, чем на выходе. Кто это знает, поставьте цифру 19. И для того, чтобы эти микробы, там есть условно-патогены и есть патогены, и для того, чтобы они не активизировались, вот как раз мы начинаем утро с этих жевательных резинок, да, или покушали, потом пожевали и пошли на работу. В течение дня можно несколько раз пожевать. Это просто спасение. Что еще она дает? Только-только первые симптомы заболевания. Пожевали, прошла боль в горле, першение в горле, сухой кашель, боль при глотании. И глазки посветлели, и настроение стало лучше. Но это нужно не запускать. На первой стадии, когда болит голова, когда болит сердце, когда оно бьется, когда непонятно с чего взявшееся головокружение, носите с собой в кармане эти таблеточки. Это будет спасение не только для вас, но и для ваших окружающих. И, конечно же, компания заботится о всех, как бы сказать, звеньях нашей жизни, да, и для того, чтобы мы были молодыми и красивыми, и у нас есть швейцарская косметика, Леджи, я очень люблю этот омолаживающий, восстанавливающий крем, его не только можно принимать на ночь, но его можно применять и днем, со стволовыми клетками растений. Что такое стволовые клетки, наверняка вы все знаете, поставьте цифру 20, да, это когда ваша кожа на глазах будет оживать, когда очень быстро восстанавливается ее тургор, она хорошо увлажняется, она сияет, с помощью этого крема разглаживаются морщинки, выравнивается текстура, успокаивается какое-то раздражение. И получается 3D-эффект омоложения. Представляете, это не просто вот крем намазал и все, и ждешь, когда там будет результат через сколько-то дней. Через 24 уже виден часа, виден первый результат. И даже на первых часах, на первых минутах и часах вы вот сразу, как только его наносите, у вас уже сразу настроение меняется. И сюда же входит запатентованный комплекс эпитоник. Он уменьшает глубину морщин за счет увеличения выработки кислорода в коже. Вы представляете, насколько грамотно, профессионально создана формула этого омолаживающего, восстанавливающего крема. Девочки, кто не пользовался, это вот просто непростительный грех, обязательно попользуйтесь. Или посмотрите на Валентину Лифанову, которая участвовала в конкурсе и заняла первое место. Возраст 70 с плюсом ей никогда не дашь. Валечка, извини, что я возраст высказала, но я восхищаюсь и твоей энергией, и результатами на коже лица. Есть еще уникальные таблеточки для «Лучше, чем зубная паста», написано SML. Это, опять же, санация, то есть дезинфекция в нашей полости рта. Это борьба с бактериями, которые присутствуют, да? Где-то в дороге, зубную пасту неудобно. Взяли эти таблеточки, раскусили. Есть щеточка зубная, почистили свои зубы. Не получается, возьмите в рот эти таблеточки и рассосите. Вы уже убьете те микробы, которые, бактерии там присутствуют. Там нормализуется кислотно-щелочной баланс. Они способствуют укреплению эмали и снижают воспаление десен. При пародонтозах очень хорошо помогает даже. При пародонтозах, которые лечатся очень долго, очень длительно. Не каждый получает эффект. И освежает дыхание. И когда там меньше микробов, значит, меньше будут обостряться хронические проблемы с горлом, с легкими, с бронхитами и со всем на свете. И браслеты, ну, аксессуары, которые любят все, да, но помимо того, что это красивый браслет, он еще и обладает лечебными свойствами, то есть помогает сохранить оберег нашего здоровья. Почему? Потому что ультрасовременный этот титановый браслет, который
сделан настолько профессионально, грамотно и умно, когда благодаря активным биокерамическим элементам у нас улучшается самочувствие, увеличивается запас энергии, когда нормализуется артериальное давление, нормализуется пульс. Это защищает нас от перепадов атмосферного давления, от стрессовых ситуаций. И есть такие вставочки, когда улучшается лимфодренаж, это значит, уходят отеки. Когда улучшается насыщение крови кислородом, это значит, улучшается работа сердца, мозга и всех внутренних органов. И самое главное, что были замечены, что этот браслет защищает от негативно настроенных людей и от людей, которые обладают гипнозом. Поэтому вот кто работает с людьми, кто работает в больших коллективах, кто идет куда-то на какие-то большие мероприятия. И вообще 24 часа в сутки эти браслеты вам нужны. На любое больное место положили, буквально несколько минут все проходит. Любые раны заживают гораздо быстрее, чем эти браслеты. Ну, был случай у меня в середине лета. Я люблю падать, наверное. Иногда боженька приземляет. Рассеченная, рубленная рана в области середины лба. Ударилась бордюр бетонный. Поняла сразу, что рассекла, все, зажала. Прихожу домой, быстренько браслеты с двух сторон наложила браслеты. Горсть выпила капсул, полежала 30 минут, должны были приехать дети. Дети приехали в шоке. Я говорю, ничего, не переживайте, к вечеру будет все нормально. Мам, ты убьешься, мама, что ты под ноги не смотришь? Мама поторопилась, подключая воду в огороде и для своих цветов. Ну и вот так получилось, то есть торопиться не надо. И вы знаете, они приехали, пока до вечера там готовили что-то, собирались, общались, все. И вдруг подходит ко мне внучка и говорит, бабушка, а где твоя рана большая? Я говорю, я же вам сказала, что к вечеру она уже станет меньше. И действительно, тот синяк, который намечался на половину лба, благодаря браслетам, то есть гематома от кровоизлияния, когда лопаются сосуды, возникает сначала гематома, а потом она начинает менять свои цвета, синяк. Больше, чем на половину лба намечался синяк, он исчез. Края раны подтянулись к середине. Боли вообще никакой не было, никаких обезболивающих не пила. Ну и потом за короткий срок практически все зарубцевалось, все зажило. Ну, остаточное явление, это кто знает, приглядываться чуть-чуть увидит. Я думаю, что она скоро исчезнет. И это все. Поэтому возьмите себе на заметочку. Замечательно работает, наглядно. И, конечно же, не было бы нас такого самого хорошего продукта, если бы 26 лет с нами на рынке не сотрудничал трейдинг-поинт группы Litfarm. Это уникальный производитель во Франции, который входит в топ-5 фармакологических концернов и в том числе выпускает нашу продукцию, за что мы очень благодарны всем сотрудникам, всему персоналу и тем всем параметрам, которые они соблюдают при изготовлении продукта. Для нас это огромный плюс. Франция всегда была законодателем и всегда была по уровню здоровья и красоты на первом месте. И мы тоже там же. Наш продукт оттуда доставляется во все наши офисы. И почему этот производитель лучше? И производится она в соответствии, продукция производится со всеми стандартами качества. Это ISO 22000, полная безопасность всех компонентов в продукте. То есть мы берем продукт, вот все, что написано на этикетке, все там есть. Там нарушать эти инструкции ни в коем случае нельзя. Доказывает, что мы NICCP, доказывает, что мы контролируем все возможные риски пищевой безопасности. Это тоже хорошо. То есть эта продукция является дополнением к нашей пище. И стандарт европейский GMP – это соответствие качества продукта всем продуктам международного стандарта. То есть мы себя не отравим, мы ничего, туда лишнего ничего не добавят, и этот продукт как дополнение к нашему недостающему полноценному питанию. Уникальная технология производства. Есть обычные, это живое растение, берут либо сушат, либо измельчение, либо экстракцию какими-то растворителями, спиртовыми настойками. И на выходе получается потеря активных веществ 10-15% остается активного начала. Что такое 10%? Это практически ничего. И инновационная технология.
криогенное дробление в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Мгновенно идет измельчение, продукция замораживается. И потом, когда мы запиваем водой, живые клеточки растений оживают. И они попадают в наш организм. И в каждую клеточку нашего организма они несут живую энергию природы, живую силу природы, живую, ну будем так говорить, живое здоровье от природы для того, чтобы мы скорее восстановились. Усвоение 98-99%. Это просто фантастически. Эта технология защищает от окисления кислородом. И все активные компоненты сохраняются. По этой технологии сохраняются донорские органы, сперма, яйцеклетки. При оплодотворении рождаются нормальные, здоровые дети. Что может быть еще лучше? 21 цифру поставьте, если вы со мной согласны. И для меня, как для врача, почему я приняла положительное решение в пользу этих препаратов, да? Потому что когда в самом конце показали книгу, справочник «Видаль», это международный лекарственный справочник, и сказали, что вся продукция, о которой мы с вами разговаривали, занесена в этот справочник. И для меня это было сигналом для того, чтобы принять правильное решение в пользу этой продукции. Думаю, если больше 20 лет мы мужа травили таблетками, для него я брала, потому что проблема с болевым синдромом, при грыжах позвоночника, выраженном остеохондрозе, дети войны, он в этой категории. И я думаю, если таблетками мы его не отравили, он тоже врач, то этими препаратами, этим продуктом точно мы его не отравим. Приняла решение, и когда я принесла этот продукт домой, как и все медики, покрутил пальцем у виска и отказался пить. Где брала, туда и неси. Но, извините меня, конечно, в обиде на мужа я стала сама принимать этот продукт. А когда через неделю он увидел, что я перестала валиться с ног, я перестала нервничать по поводу и без повода, когда я стала чаще улыбаться, когда у меня стало лучше настроение, и он тоже потянулся за этими капсулками для того, чтобы быть здоровым. И поэтому наш пример, он всегда, люди делают то, что мы делаем. Люди не будут делать, если вы не пьете этот продукт. И обмануть их невозможно. Клинические испытания проведены только с нашим продуктом, потому что ни одна компания их не проводила. После клинических испытаний мы получили методические рекомендации, где по каждому заболеванию было написано, как и что принимать. И 7-летние клинические испытания проводились по 131 параметру в Москве, в Киеве, Ницце, Варшаве и в каждой сегодня стране, где бы они не появлялись. И на кафедре усовершенствования педиатров в Санкт-Петербурге в институте имени Мечникова. Там проводится усовершенствование педиатров, они проходят переподготовку. И там при каждом инфекционном заболевании детям рекомендуется весь наш продукт без исключения. Уже не говоря про то, что юниор они должны принимать все. И преимущества продукта. Я думаю, что вы это уже знаете все наизусть. Все ингредиенты, которые используют в продуктах, доказали свою результативность за 28 лет существования компании и производства. Современные технологии позволили увеличить эффективность природных компонентов. То есть из растений извлекают самые биологически активные вещества. Все натуральные компоненты, все сертификаты у нас есть. И GMP фармацевтический. Производится во Франции. Эксклюзивные формулы, мы об этом говорили неоднократно, что умные формулы идут туда, компоненты, где они нуждаются. Технология криодробления позволяет получить доступность, практически нет потери материалов этих растений. 98% они поступают в клетки. Высокоактивные экстракты. И растительные капсулы. Их легко глотать, их легко принимать. И не содержат токсических веществ, стеаратов, консервантов, парафинового масла, сахаров, желатина, подходит и для веганов, и вегетарианцев. И эксклюзивные упаковки, красивые, по мотивам великих художников. Они всегда так и хочется взять в руки и насладиться, так же, как и браслетом. И качество продукции, почему врачи выбирают именно? Потому что о лучшем
просто мечтать невозможно, потому что здесь все есть. Когда требования у врача, это все соответствует. Есть в справочниках, прошли клинические испытания, есть все стандарты соблюдены, биодоступность 98%. И самое главное, что мы имеем массу результатов. Стаж. 46 лет у меня врачебный стаж. Я была и руководителем амбулаторно-поликлинической службы. Я знала анализы заболеваемости и смертности в Хабаровске и в Хабаровском крае. Когда мы приехали на Кубань, мы считали, что это рай. А оказалось, что тут заболеваемость и смертность гораздо выше в половину, в три раза, чем в Хабаровске, в миллионнике. Мы были в шоке. Просто были в шоке, когда уже начали работать. И 26 лет работы именно с этим продуктом позволяет мне, дает мне право сказать о том, что сегодня, имея медицинское образование и не медицинское образование, у нас много консультантов без медицинского образования, помогают людям восстановить ресурсное здоровье в разы больше, чем врач, сидящий на приеме в поликлинике. Он лечит больного по стандартам. А стандарты даже у двух близнецов не бывают одинакового здоровья в организме, а стандарт назначают всем возрастным группам одинаковый. Такого быть не может. Просто не может. Но это закон. И его не перешагнешь. И врач, сидящий на приеме, обязан его выполнять. А мы с вами в свободном плавании. Мы имеем право рекомендовать то, чему мы верим, на чем мы получили результат. И за 28 лет мы на 1000% в этом уверены. Ну и мой результат, когда я начала принимать этот продукт, брала для мужа, да, и он отказался. Мне предстояли операции. Я все время откладывала по поводу опухоли. Это гинекология, это две там проблемы с опухолями была. Это молочная железа и проблемы с щитовидной железой, потому что я ребенок и житель Дальнего Востока, а там экология не очень хорошая. Ну и на фоне этого в детстве очень часто болела ангинами. И мама меня лечила, как и все медики, боясь осложнений на сердце, на суставы, ревматизм, антибиотиками. Антибио против жизни. У меня кишечник опорожнялся один раз в неделю. Можете представить, что творилось. Конечно, шла большая зашлаковка. И на этом фоне начали расти опухоли. И думать о здоровье в то время не приходилось. Если бы не этот продукт, то неизвестно, что бы было. Прошло 26 лет. Возврата назад нет. На сегодняшний день, почти в 70 лет, я себя считаю абсолютно здоровым человеком. При уме, при разуме. Читаю без шпаргалок. Провожу эти вебинары, конференции. Плюс хорошая память. Я на это не жалуюсь. Дети даже иногда удивляются, что мама, ты как справочное бюро все знаешь. Но дети уже и внуки, и правнуки. И я считаю, что лучшего этого продукта нет. И вот четыре поколения, которые выросли с этим продуктом. Почему взяла это? Это внуки. Это самая первая внучка. В годик она съела, вторая фотография, которая постарше. В годик с небольшим мама оставила на серванте витаминки, и она съела практически чуть ли не целый флакон. Своему другу, который пришел в гости, такой же маленький, она дала две витаминки. А себе, пока она там играла, с ним разговаривала, практически весь флакончик она съела. Ну и мама в шоке, звонит дочь. Мам, что делать? Скорую вызывать, чтобы ей промывание сделали. Ты представляешь, вот столько. Я говорю, успокойся. От натуральных витаминов еще никто не умирал. И что будет, я говорю? Вырастет молодой, красивой, будет отличницей, и проблем у тебя с ней не будет. Ребенок вырос действительно молодой, красивой. Вот она уже на выпускном вечере мы у нее были. Это ее младшая сестренка, которая уже в первом классе на фоне этих витаминов она занимала первые места. По Краснодару выиграла первое место, заняла на батуте. Очень хорошо занималась. Это человек, который склад ума совершенно другой, да. Ну, а внучка первая, она с отличием закончила не только школу, но и университет в Кубанске. И у нее уже есть малыши. То есть вот была такая маленькая, это не она, это вот вторая внучка такая маленькая. Вот она здесь уже первые места занимала. А здесь вот буквально на днях в Краснодаре были соревнования. Это ее любимые лошади, без которых она жить не может, заняла тоже первое место. Поэтому нам есть что показывать, нам есть о чем говорить. Дети все равно, если даже заболевают, но болеют реже. Это вот моя первая внучка, которая съела флакон. Это вот ее первая дочка моя, правнучка первая,
А сейчас на 1 мая она мне еще и подарила и правнука. Поэтому хотите быть здоровыми, чтобы ваши дети были здоровыми, значит, пользоваться этим продуктом нужно и самим, и учить этому делать детей. И на сегодняшний день про программ мы говорили, да, ну, про программ говорила я много, и действительно мне этот продукт очень нравится, и с возрастом с Дальнего Востока, конечно, мы зубы здоровыми не сохранили, и поэтому этот продукт помогает мне на сегодняшний день защищать себя от тех лишних бактерий, которые в ротовой полости могут вызывать обострение. Но у меня, тьфу-тьфу-тьфу, ангины на фоне этого продукта не было за эти годы. Надеюсь, и вам такое же пожелать. И вот я эту фотографию поставила для того, чтобы показать вам, да, но одно дело возраст, а другое дело активность, да, люди в разном возрасте могут себе позволить путешествовать из одного города в другой, из одной страны в другую, и в разном возрасте, от 50 до 60, 70 плюс. И вот получается, наш президент тоже пьет эту продукцию, пьет регулярно. Ему 30 с плюсом, да, а рядом стоит здесь 50 тогда было с плюсом, у меня 60 было тогда с плюсом, на сегодняшний день 70 скоро будет, да, и при этом мы можем вести активный образ жизни, мы можем встречаться с людьми совершенно из разных стран и регионов, мы можем участвовать в общественных мероприятиях. И посмотрите, это партнеры из Узбекистана, они на Миллениуме, медики такой нам концерт устроили, это было просто великолепно. И здесь стоит наш партнер Галина Зайцева из Санкт-Петербурга. Найдите ее в интернете, почитайте ее результат. То есть самая тяжелая проблема, которая сегодня бывает нередко. И благодаря нашему продукту Галина вышла из этого состояния. Она сегодня ведет активный образ жизни, она участвует во всех мероприятиях в Санкт-Петербурге. Она стала плавать, она стала много ходить. Она совершенно становится другим человеком благодаря тому, что есть этот продукт. И не только она, но и другие люди, которые им пользуются. И вот я, время осень перемен, да, но говорят, осень, уходит жизнь, да. Но я считаю, что благодаря тому, что мы пьем продукт уже 26 лет, то у нас осень нас не ведет к старости, а мы как бы законсервированными остаемся на каком-то уровне. Вот здесь было 48 лет, это уже 5 лет приема продукта, да? Здесь 66, ну 66 весна и осень. И когда в 66 лет по воле судьбы 10 лет лежали права, и мне пришлось сесть за руль автомобиля, всего неделю со мной проездил инструктор, и он сказал: начинайте потихоньку ездить. Вам же не надо на скорость лететь и кому-то показывать какие-то результаты. Машина – это средство передвижения. А в вашем возрасте это будет лучшая помощница и для работы, и для семьи, и для детей. Потихоньку, по главным дорогам. Ну, это начинала я так, со скоростью 40 километров. Но самое удивительное, мне никто не крутил пальцем у виска, и никто никогда меня не обгонял по нашему городу. Но сейчас уже прошло 3 года с половиной после того, как я все-таки села за руль. Ну, считаю, что это нужно. Мы более мобильны, мы более будем активны, и мы будем более современными, и можем себе это позволить. И все же. Опять возвращаемся мы к тому, что осень. Осень может, деревья могут сбросить листья и перенести эту зиму. А что можем с вами сделать мы? А мы с вами можем, имея продукт, очистить организм, защитить его, напитать его, улучшить обмен веществ, повысить иммунитет, жить и радоваться жизни при условии соблюдения режима дня, полноценного правильного питания, соблюдения двигательной активности, профилактики всех болезней с помощью нашего продукта, закаливающих процедур и позитивного мышления. Благоприятная должна быть психологическая обстановка. С нашим продуктом она не может быть неблагоприятной, и мы не можем находиться в депрессии. И отсутствие вредных привычек. Вредные привычки усугубляют течение любого заболевания, тем более алкоголь, он сгущает кровь, курение вызывает спазм сосудов. И каждая выкуренная сигарета приводит к сокращению 5 минут вашей жизни. Хотите? Вы выбираете свою жизнь. И вы выбираете свою продолжительность жизни. Хотите жить качественно, активно? Пожалуйста. У вас есть шанс.
Хотите быть как все, сидеть на лавочке, собирать информацию про то, кто как пришел и куда ушел? Пожалуйста. А хотите так же, как Афанасьев Михаил, Виктор Михайлович дважды побывал в космосе благодаря нашему продукту? Предшественник был у нас Визион, сейчас Project V. И этот человек – герой Советского Союза, летчик-космонавт, кавалер ордена Почетного Легиона. В интервью сказал, если все люди начнут принимать биологически активные добавки Vision Project V, то возраст 120 лет не будет считаться долгожителем. Я считаю, что мы с вами будем жить долго и счастливо. И поэтому спасибо вам огромное за терпение. Спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами. И самое главное, будьте счастливы. И я хочу сказать, что есть сайты в Телеграм-канале «Марафон жизни», есть сайты по здоровью, и есть ссылочки у своих наставников, спросите, где можно прочитать дополнительную информацию. Есть главный сайт компании, есть приложение «Сессия», и есть те разделы, где вы пополните свой багаж знаний. Сегодня вы получили первичную информацию об этом. А что будет завтра? Захотите быть здоровым, будете с нами. Захотите жить долго, будете с нами. Захотите быть активными, молодыми, красивыми, значит, тоже будете с нами. И на следующий день, на следующей неделе вас ждет еще одна встреча с коллегой, тоже медик, Анжанетой Сергеевной. Это врач высшей категории, с 42-летним стажем лечебной работы. Имеет две специальности кардиотерапевта и трансфузиолога. Это специалист по переливанию крови. В 2019 году прошла в Ташкенте усовершенствование. И на сегодняшний день она, вернее, она имеет опыт работы организатором. Она была руководящей работы. Она была медицинской страховой компании генеральным директором, главным врачом частной поликлиники, замдиректора городской службы по переливанию крови. То есть этот человек был и на руководящих должностях, и она всегда, что такое переливание крови, это большая ответственность, это большой профессионализм, это человек, который уже больше 26 лет, 27 лет, получается, работает и знает нутрицептики, знает наш продукт, которым она пользуется. И будет вебинар, который называется «Осеннее межсезонье и как с витаминами Project V сохранить свое здоровье». Я всем желаю здоровья, долгих лет жизни вам и вашим семьям. И самое главное, отличного, позитивного настроения. Обнимаю, люблю, целую и благодарю всех, с кем свела меня в этой жизни и в этой компании судьба. Спасибо огромное. До скорых встреч.